Лицом к лицу потенциальные работодатели и их потенциальные сотрудники. В Ивановской сельхозакадемии состоялся день карьеры для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве. Умелые и, что немаловажно, ласковые руки нужны 12 предприятиям. О своих фермах и производствах рассказывают представители Ивановской, Владимирской, Ярославской, Вологодской областей. Студенты внимательно слушают. Необходимо им, чтобы был полностью набран соцпакет, это и школы, и детские сады, и высокая заработная плата, и место работы. Но и также ребята на этом мероприятии находят, ребята, студенты 4 курса, место для прохождения практики. Отказаться от благ цивилизации желающих немного. Каждый работодатель помогает новому специалисту по мере своих возможностей. Кто-то предоставляет квартиру и даже подержанный автомобиль. Кто-то выплачивает неплохие подъемные. В прошлом году мы взяли 3 специалистов, 2 за ветеринарных врача и 1 агроном. В этом году нам нужен еще зоотехник. Ну, для того, чтобы молодые кадры закрепились в селе, в сельхозпроизводстве, конечно, нужна хорошая заработная плата, жилье, другие социальные бытовые условия. Поэтому мы стараемся это все привести в норму. Конечно, мало кто готов начать жизнь с чистого листа и в чистом поле. Свое жилье и хорошая зарплата, безусловно, важны. Однако для многих интересная работа, где ты полезен и востребован, все же в приоритете. Больше хотелось бы на какое-нибудь большое предприятие, подальше от города, ну, искать чего-то нового хотелось бы, чтобы выделили жилье, были все условия для этого, чтобы предприятие было прибыльное, интересно там было работать. И в дальнейшем остаться там жить и устроиться на работу. Я уже проходила практику в государственной заводской конюшне имени Фомина. Это находится во Владимире. Там поголовье лошадей 29. То есть очень развивается постепенно конюшня. Она считается государственной, считается как музей. То есть там весьма интересно. И многие туда ездят за жеребцами, потому что они производители хорошие и... То есть мне полностью там все понравилось, я бы с удовольствием там еще поработала. Специалисты межрайонного центра занятости населения провели для студентов мастер-классы по составлению резюме. Рассказали о правилах поведения на рынке труда. День карьеры – мероприятие для сельхозакадемии традиционное и крайне полезное. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванов.